Я думаю, с этим домом получится тоже. Здравствуйте, друзья. Меня зовут Тимофей Данишевский. Вы на канале «Мистическая корпорация». Я приехал сегодня в заброшенный дом, в старую деревню. В опросе, который я в сообществе проводил, победил старый заброшенный дом, как бы, где, по словам очевидцев, который семья жила здесь, и они рассказали очень ужасную историю. А история эта заключается в том, что очень много семей сменило этот дом. Никто здесь по слишком долгим срокам типа не жил, а здесь постоянно случались какие-то необъяснимые странные смерти. То ли одна сестра там брата нашла мертвого, то повесился, то есть по неведомым причинам просто люди брали и умирали, либо сами делали это, либо это происходило каким-то мистическим образом. Хотя все были здоровы и как бы никаких намеков на то, чтобы они в ближайшее время должны были уйти из жизни, не было. Те, кто последние здесь жил, они, слава богу, все обошлось, они успели вовремя уехать из этого дома. Они рассказали мне эту историю. Я приехал сюда, чтобы проверить, действительно ли эти люди, которые здесь погибли, умирали среди мистического и паранормального. Те, кто это рассказал, они считают именно так. Друзья, еще хочу сделать маленькое заявление. Рассказать вам о том, что я устроился на работу, и теперь видео будут выходить, как бы, вот, например, выходит видео, проходит 2 недели, выходит еще пару, там, тройку видео, потому что 15 дней я работаю, 15 дней я дома, и вот за те 15 дней, пока я дома, я буду делать все возможное, чтобы снимать для вас материал. Я был в куче домах до этого момента, пока сейчас приехал сюда. Я посещал 3 локации, но ничего там не происходило. Те, кто рассказывали, что там что-то было, это была ложь. Вот. Сейчас я вам покажу дом. Сейчас мы увидим, что здесь вообще вокруг, как что устроено. И после этого я буду расставлять камеры. ИГФ еще не готов. Опять же, извиняюсь, те, кто хотел увидеть это. И приступим к тому, что будем ждать, проводить ритуалы и ждать, будет ли что-то происходить в этом доме. Друзья, камеру GoPro 3 я поставлю в этой комнате. Здесь только как я зашел, уже были какие-то шумы. Так я понимаю, что вот этот шкаф. Я уже установил здесь свет. И камеру поставлю вот здесь. Пусть снимает отсюда. Мало ли. Друзья, я сейчас нахожусь в этом доме, я расставил уже свет, здесь было пару шорохов, странных шорохов, которые, блин, ну реально я прям зашел сюда, и здесь уже началось, это меня немного, как бы, напугало, но в принципе это нормальное явление для домов данного типа, в которых вот происходила активность. Я сейчас вам покажу дом, что вообще здесь, какая локация. Снаружи покажу чуть-чуть, но он весь заросший. То есть особо вы здесь ничего не увидите снаружи, поэтому я сейчас возьму вот этот свет. И мы с вами вот такое кресло здесь. Кстати, вот кресло, в котором я сидел, в нем как раз вот и нашли умершего человека. Так, это мои вещи. Комната номер 1. Получается вот это. Я буду находиться в этой комнате. Комната номер 2. Все вещи разбросаны. Разруха здесь такая, конечно. Какие-то препараты лежат. Вот. Здесь у меня уже установлена камера GoPro 3 и свет, потому что из этой комнаты доносились шорохи. Кто-то очень много примок убил.
Так, окно открыто. Вот такие здесь заросли. Шкаф. Кстати, раньше вещи стирали, не такую вещь. Терли. Так, это у нас типа прихожей. Ноги, что ли, не было. Так, это комната следующая, в которой я буду. А это вот еще одна комната. Вот, в общем, он вот так вот заросший. Абсолютно здесь, то есть, пройти нельзя. Немного яркости прибавлю. Так, ну и что, друзья? Я думаю, сейчас я, как обычно, буду сидеть здесь, ждать проявления активности, но перед этим я, не знаю, проведу ритуал со свистком, но вставлять его не буду. Материал, потому что врезать звук не хочу. Посидим, подождем. Сейчас слышу, что там в коридоре. Твою. Началось. Ребята, началось. Телек упал. Твою мать. У нас там камера стоит, ребят. Вот я вам говорил об этой комнате. Вот отсюда все началось.
что такое? Самое страшное то, что если реально от этого люди погибали. Там много заброшенных домов еще. В окна стучат. Боже мой. Ребята, здесь еще и звуки какие-то. Что это за гул? Так, ребят, я думаю, сейчас я зажгу свечи, попробуем усилить, нам, насколько еще это возможно, здесь активность, и посмотреть, что будет происходить, если нет, как многие писали в комментариях, попробуем пообщаться. Стыками. Сейчас я их распакую. Я распакую свечи, расставлю их здесь, подожгу и после этого включусь. Но пока, сами видите, активность здесь есть. Спустя 3 локации это все было не зря. Что? Слышал, что теперь? Звуки доносятся из той комнаты, где я нахожусь. Я расставил свечи, и эта штука вся усилилась. Потому что сейчас шорохи отовсюду идут абсолютно. Сейчас я вам покажу, вот я свечи расставил. Вот свечи стоят. В этой комнате тоже стоят свечи. В этих
В этой комнате тоже свечи стоят. И поставил одну свечу в коридор. Так. Друзья, я думаю, я сейчас еще раз. Стоп. В коридоре какой-то шум. Твою мать! Охренеть! Вот и поставил свечи. Вот и поставь свечи. Блин, как туда пролезть-то? Друзья. Да, теперь можно точно понятно, почему люди здесь гибли. Так, мы сейчас вернемся в мою комнату, там, где я нахожусь. Просто охренеть. Охренеть. С ума сойти. Твою мать! Ух, ёпта! Если ты здесь, и ты желаешь мне зла, двинь стул еще раз. Друзья, я сейчас за книжкой, у меня есть на латыни изгнание. Насколько я слышал, что сюда будут пастухи заезжать и хотят, что они будут здесь все обустраивать и будут пасти скот. Чтобы с ними не случилось беды, я изгоню, наверное, этого демона. Это, скорее всего, демон. Если ты здесь, ударь по стене один раз, если ты злой, если ты зло, если ты желаешь мне зла. Если ты не желаешь мне зла, ударь два раза. Ударь по стене один раз, если ты злой, если ты зло, если ты желаешь мне зла. Если ты не желаешь мне зла, ударь два раза. А, черт! Нет, ребята, все. Надо изгонять. Кто писал, что после того, в том доме, когда я изгонял, никто... Я думаю, с этим домом получится тоже.
Я уже просто, блин, нервничать начинаю. Так, дальше. Боже мой. Ты здесь? Почему ты желаешь мне зла? Зачем ты убил тех людей? Для чего ты убил тех людей? Сейчас я найду нужные страницы и попробуем его изгнать. Так, стоп. Начинаем ритуал. Don't.